Пока одни крымчане с нетерпением ждут лета, другие наслаждаются весной. Кажется, будто вместе с первыми теплыми лучами солнца Севастополь ожил в мгновение ока. Городские парки в это время своеобразные точки притяжения. Игровые зоны, лавочки в тени раскидистых деревьев и множество арт-объектов. Здесь каждый найдет занятие по душе. Для Александра и Анны это парные тренировки по кроссфиту. Работая в тандеме, и на шпагат сесть проще, и количество отжиманий растет день ото дня. Ну а чем еще заниматься в свободное время, как не спортом? Есть тут чем заняться и маленьким экстремалом. Ване скоро 10, а трюков в арсенале пруд пруди. Школьник мечтает поставить на самокат свою собаку. Астра к такому относится скептически, но кто знает, на что будет готова четырехлапая после курса дрессуры на тематической площадке. Вижу цветы, не вижу препятствий. Владимир Макаренко большую часть жизни занимался альпинизмом. Те редкие душистые растения, которые мужчина встречал только на вершинах скал, обнаружил здесь. Ну как после такого не податься в блогеры? Море, горы, цветы. Просто необходимо фотографировать. Территория парка поражает размерами. Хорошо указатели и схемы движения на каждом углу. Но и при этом нашей съемочной группе удалось заблудиться. Остались, правда, выигрыши. Нашли импровизированный амфитеатр. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Браво! Ну а между нами, этому актеру еще предстоит многому научиться. Но важнее другое, главное, что делать это он может в любое удобное свободное время. Пришел сюда, в Бычкуевку, позанимался спортом, искупался в море. И оттачивая актерское мастерство. Кстати, о море. Оно здесь выступает продолжением парковой зоны. Вы только посмотрите на эту красоту. Именно благодаря таким живописным видам большинство местных жителей считают пляж Учкуевка лучшим в Севастополе. Но что интересно, купаться из них еще никто не торопится, пока вода не будет 24 градуса. Мы в нее не ногой, говорят они. Стефан Филатов, Владислав Кравцов. Утро нового дня.